Совсем скоро вместо шума техники здесь будет звучать детский смех. Строительство школы в Димитровграде вышло на финишную прямую. Огромный образовательный комплекс на 1100 мест осмотрел губернатор. В Первомайском районе, где находится объект, проживает много семей с детьми. Здесь строится новое жилье, поэтому потребность в школе большая. На данный момент объект готов на 80%. К зданию подведены внутренние и наружные сети, идет внутренняя отделка. Вот это будет четко под баскетбол, волейбол. То есть здесь будут, уже закупили и готовы откидные баскетбольные щиты с электроприводом и плюс стойки волейбольные, которые съемные, и можно будет и баскетбол, и волейбол проводить. С 1 ноября в здании начнут пуск тепла. До конца года завершат благоустройство прилегающей территории. Подрядчики уже обустроили футбольные и баскетбольные поля, делают беговые дорожки. До 20 декабря подрядчик должен выполнить основной объем работ, предусмотренный контрактом. Уличные работы мы до 1 ноября закончим. В следующей неделе планируем асфальтировать. Первый слой щебня крупного мы засыпали. Сейчас мелкий. С фасадом что будем делать? Ну, фасад закончит, осталось покрасить. Красим, да? Да, до 1 ноября все закончится. Какие краски сейчас? Он уже утеплен, церезит, все по проекту. Здание состоит из 4 блоков разной этажности. Уже известно, что будущий лицей будет иметь естественно-научную направленность. В учреждении закупят современные компьютеры и всю исследовательскую технику. Откроют лицей в следующем году. А пока идет формирование педагогического состава. Анна Тищенко, Улправда ТВ.